В Одессе в честь знаменитого академика и винодела Василия Таирова установили памятный знак на пересечении улиц Королева и Вильямса. Инициаторами решения стала армянская община. Открытие памятника приурочили специально ко дню рождения своего земляка. Таиров положил начало созданию научной школы виноградарства и виноделия. С именем знаменитого профессора связано развитие винной индустрии в Одессе. Мы с вами находимся в так называемом исторически сложившемся поселке Таирова. Этот поселок был назван в честь известного ученого, винодела Таирова, который, ехавший с Крыма на повозке, пробовал все почвы, брал почву на анализы и на итог нашел ту территорию, которую посчитал самой правильной для высадки своих виноградников. Так вот, мы сейчас с вами находимся на той территории, где издавна были виноградники, которые популяризировали Одессу во всем мире. Идею я его хорошо знаю, когда мы восстанавливали Таировский институт лет 12 назад. Я изучал все документации тогда, как восстановить все, его автобиографию. Я все хорошо знал, поэтому идея пришла, что должен быть виноград, должен быть ваза. И должен быть армянский стиль камня. Почему? Потому что он родом из Армении.